В этой картине нет сатирического начала и места для смеха. На первый план выходит трагедия не прошедшей, но оконченной молодости и тяжести ноши, свалившейся на хрупкие женские плечи. Сюжет картины пронизан безысходностью и бессилием. С ее помощью Федотов обращает внимание на человека, обреченного на жалкое существование. Героиня – молодая женщина, потерявшая мужа офицера. Ее взгляд скорбный и одновременно абсолютно отстраненный, направлен в пол. Все немногочисленное имущество описано в счет уплаты долгов. Стоящая на сиденье зажженная свеча вовсе не для освещения комнаты. С ее помощью приставы разогревают сургуч для печатей. Комод служит единственной опорой несчастной женщине. Он выступает своеобразным островком, на котором находятся немногие вещи, не отмеченные красным сургучом. Предметы для вышивания, пяльцы, образ Спаса и портрет мужа в массивной золотой раме. В образе покойного супруга Павел Андреевич Федотов изобразил самого себя в гусарском мундире. Следует обратить внимание, что в интерьере икона не занимает центрального места, к тому же значительно меньше по размеру стоящей рядом картины, да и женщина повернута к ней спиной. Гибель отдельного человека становится трагедией, а вера, хотя и воспринимается как опора, но уже не столь значима и не способна развеять тьму. Идея создания полотна пришла Федотову во время пребывания в Москве, когда его терзали мысли о судьбе сестры Любы. Девушка натерпелась немало бед еще при живом муже, а овдовев окончательно погрязла в нищете и многочисленных долгах. Ожидание ребенка, самое счастливое событие в женской судьбе, мгновенно превратилось в страшную обузу. Именно в тот период Федотов в письме к другу назвал свою сестру вдовушкой, придав внешне грубому слову ласковый оттенок. Работая над образом, художник создал несколько вариантов картины. Он перекомпоновывал детали, менял колорит, искал подходящую позу для героини и все никак не мог добиться тех идеальных черт, которые явили бы воплощение женственности, гармонии и чистоты. В поисках подходящей натуры Федотов не раз бродил по Смоленскому кладбищу, просил позировать знакомых дам, вглядывался в нежные детские лица. Только с третьего раза ему удалось добиться желаемого результата.